Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Антонио Мария Фабрес и Коста. Пьяницы в Бакханале. 1896 год, холст масла 250 на 370. Каталонский художник Антонио Мария Фабрес и Коста был приглашен в Академию Сан-Карлос с целью обновления системы преподавания живописи и работал в Мехико с 1902 по 1907 год, после чего вернулся в Европу. Среди его учеников этого периода Диего Ривера и Хосе Климента Ороско. Поклонником творчества мастера являлся президент Мексики Порфиро Диас, заказавший ему оформление одного из залов своей резиденции. На картине, перекликающейся с одноименным произведением Веласкеса, изображена сцена попойки в сельской таверне. В центре многофигурной композиции сидящий на бочке с вином молодой мужчина с обнаженным торсом, тело которого в соответствии с вахической символикой обвито виноградной лозой. В руке персонажа опустошенная чаша. Произведение Фабреса отличается тщательной проработкой лиц, деталей костюмов и предметов. Полотно было куплено мексиканским правительством за 12 тысяч песо и вошло в состав коллекции Академии, откуда было передано в Национальный художественный музей. Ну вот такое описание я нашел к работе «Пьяница» или «Вакханалия» Антонио Марии Фабреса и Коста в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, смотрим работу.